В Ленинской районной организации «Беларусь» состоялась отчетная выборная конференция. Делегатам предстояло дать оценку деятельности за прошедшие 3 года работы и обозначить траекторию развития данной организации. И это было сделано. За последние 3 года организация «Беларусь» проводила целенаправленную работу по формированию активной гражданской позиции каждого человека. Оказывалась помощь ветеранам войны и труда. Проводились различные акции в поддержку молодежи, многодетных и малообеспеченных семей. Подведены итоги работы за период с 2019 года по апрель 2022 года. Анализируя работу нашей организации, подробно остановились на проведенных акциях и мероприятиях, прошедших за истекший период, за истекшие 3 года. Это мероприятие, это помощь ветеранам Великой Отечественной войны, многодетным семьям, это работа с молодежью, работа с другими общественными объединениями. На отчетно-выборной конференции присутствовали студенты, ведь для них это нестандартный и интересный опыт. Встречи с политическими и государственными деятелями, посещение первичных организаций Беларуси на предприятиях, круглые столы и тренинги. Такая форма обучения весьма эффективна. Неравнодушные люди, которые помимо работы участвуют, активно участвуют в организации нашего «Белая Русь», это люди, которые на своем примере показывают гражданскую позицию, которые вовлекают остальных наших граждан в полезные дела, и полезными делами все вместе делаем одно большое дело. Немаловажно, что на мероприятии состоялось подведение итогов конкурса «СССР «Золотое перо Белой Руси-2022». Этот конкурс уже не первый год проводится среди учащейся и рабочей молодежи, а также среди корреспондентов газет, телевидения и интернет-сайтов. Моя цель была написать эссе. Я не сказала бы, что для меня это было сложно, потому что на самом деле, когда тема интересна, то ты можешь постараться выразить свои мысли в каком-то таком ключе, чтобы другие люди такие: «Да, точно, именно так я тоже думаю». Вообще не ожидала такого результата. Я очень рада, что мою работу оценили. Анастасия Мелешкевич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук ТВ».